Вот так размыло дорогу от Мировки на Борчу и Вышковичи. Из года в год после паводка разрушения. Только тонкие мостки до перехода, а там не очень крепкий автомобильный. Гать какая-то сделана внизу. Верхнюю дорогу полностью разрушила. Мостки шатаются под ногами. Такая тонкая доска, даже идти страшно. Можно провалиться. Ручей, золотая карета. Из года в год размывает эту дорогу. Там вот десна уже дальше.